мешала мне. Доброе утро. Добрейшего денечка. Всем хорошего настроения. Хочу попросить у вас совет. Можете мне уже советовать. Как помочь человеку, который спивается на глазах? Не хочет обращаться никуда за помощью. Просто реально спивается. Она сидит в одиночестве. Винит меня в власти. Что власти бездействуют. Я всей душой проникла в это их состояние. Я сегодня ночь не спала, я рыдала. Смотрите, какие глаза у меня красные. Сразу. Что-то надо решать. Человек спивается. Она в очереди в свои года стояла за стаканом булкой. Понимаете? За стаканом хлеба она стояла. Вы только вслушайтесь эти слова. Она стояла в очереди. Так же, как мой папа. По талонам. Помните, я рассказывала? Что раньше все так жили. Это не сейчас. Надо жопу поднимать с дивана. И она стояла в очереди за стаканом хлеба. Это уже, по-моему, все. Лечится. Я боюсь, что сейчас юные вот это телевидение, че по какому меня смотрят. Она его разобьет от злости. Но я хочу вам сказать, надо держать себя в руках. А то тут только не только к наркологу надо будет. Реально человек спивается. Она даже, когда видео записывает, обращается к властям. Он даже камеру не поворачивает. Она показывает пустые кастрюли вот так на кухне. И чтоб ее пьяную рожу не видели никто. Она думает скрыться от этого. Но не тут-то было. Есть люди, которые так все поймут. Потому что наш народ в булочную на такси не ездит. Он стоит в очереди за стаканом хлеба. Я за стаканом хлеба никогда не стояла. Я стояла только за хлебом. Чем дальше, тем хуже. Мне очень жалко. Моя форель, которая уже давно нет в холодильнике, страдает до сих пор. Ее вспоминают и вспоминают. Ой. Бедная она моя. Что сделаем-то? А, что-то. Помочь как-то человеку. Ладно, свяжемся с телевидением. По старым связям.
будем поднимать этот вопрос. Бабку эту старую надо уже лечить. Я не могу. Вчера весь WhatsApp орал от крика, от этой боли. Как ее жалко. Но почему же человек выбирает бутылку? Чтобы нажраться и нести всякую ересь в камеру. Чем взять и на эти деньги купить форель. И пожрать ее также на камеру. Ну хотя бы хвастануть, что я сегодня трезвая, я форель жру. У меня много вариантов. Понимаете? Очень много. Я не знаю, какой выбрать правильный. Я долго молчала. Но вчера у меня прошла слеза по моей красивой щечке. Мне очень ее жалко. Не знаю, как поступить. То ли правда это уже клиника, а то ли нет. Или подождем еще немножко. У меня завтрак это. Кто новичок, привет. Всегда говорят, мужика надо, чтобы не страдать фигней. Он у нее есть. Есть он у нее. Понимаете? Либо мужик такой, либо это уже не помогает. Я не знаю. Вот что какие-то. Еще камни какие-то. Пейте, пейте кофеек. Завтракайте с Женькой. Ну, я вроде ничего обидного не сказала. Сказала, как здесь. Очень жалко. Мне еще внуков жалко, ионых. Ей моих детей жалко, а мне ее внуков. Мы взаимно действующие. Поняли? Позвоню-ка я на Первый канал. Позаветуюсь с Малаховым. Почему это у нас пенсионерам зарплату не поднимают, пенсию? На водку хватает, а на форель нет. А Иринка виновата. Пускай разбирается. Да?
Да. Во, какая большая. Я уже вторую ем сегодня, сейчас. Одну с супом съела. Да. Одну без супа съем. Просто пожарила, зараза. Одну так. Вкусно. А горошек я для красоты положила. Так. Спать хочу. 3 недели. Мне не поспать сейчас. Надо ехать. Потом праздно приехать. А там уже мужик этот придет. Убирать эту. Мама сейчас еще придет. Что делать? Ничего не поделаешь. Правильно? Дело надо делать. Как Витя. Земля что не сделает. Дела-то. Так и быть, стакан налью. Вкусненько. Ну что, вздрогнем. Девочки-красавицы, в зеркало постояли сегодня утром? Кто не постоял к зеркалу, подходите, пожалуйста. Поглядите на себя и скажите, что вы красавицы.